Саш, скажи всем привет-то. Вы знаете, я видео снимаю, я даже не помню, что я вчера снимала. Но вчера-то помню, ладно, мы вчера посылку открывали. Я вот говорила, не говорила, Саша должна была остаться в среду. Мы не оставили, потому что учителя приходили. Хотели оставить в четверг, кто что кашляет, не могли оставить фотосессию. Ну, наконец-то оставили сегодня. Так она с утра ходит, стонет. Ой, дома скучно. Зачем оставалась, Сань? Больше не оставайся никогда. Ты уже и не кашляешь, ничего. Надо было в среду оставаться и лечиться. Ну, никак не могли. Ну, в общем, сидит, с ума сходит, не знает, чем заниматься. Да, Санечка? А между прочим, в садике занятия каждый день идут. Ну, ладно. Не стали скучные. Как это скучные? Это подготовка к школе. Скучные ей. Сейчас Алина сделала салат. Вот кот лазит. Смотри, что-то хочет. Я Алине говорю, покорми его. Она уже чем только их не кормила, он все равно голодные. Алина сделала салат. Знаете какой? Типа мимозы, только с Настиной консервы. С горбуши. Я ей говорю, Алин, давай ты второй раз посуду помой, а я все попылесошу. Алин такая, ну, мам, ты влетела. Типа мало посуды мыть, а пылесосить много. Это ничего страшного, мне как раз полезно. Тут вчера надо было все пошить, так ничего и не пошила. Что-то все никак. Знаете, в чем проблема у меня, я думаю? Знаешь, Алинка, в чем? В том, что я очень неорганизованная. Вот даже просто сесть и вязать я не могу. Я повяжу 5 минут, куда-то побегу. Куда бегу, понять не имею. То воду попить, то мне жарко, то на улицу выйти. Опять сяду, ну вроде как есть свободное время. Опять повязать. Опять встану, опять куда-то побегу. Вот чё бегаю, я понять не могу. А если я сяду, то мне постоянно туда-туда-туда-туда. Ну, потому что надо то папке что-нибудь подать, то Сашке что-нибудь подать. Вот у нас всегда так, да? И у меня такая же ситуация. Ни посидеть не могу, ничего. И вроде как и не делается дома ничего. И устану вся, как собака. В общем, вот такая жизнь организованная. Это знаешь, что нам с тобой, Алин? Распорядок дня прописать? Че ты смеешься? Давай распорядок дня напишем. Ой, ладно, пойду пылесосить. Разговаривать-то хорошо, конечно. А что покрывало не то? Санечка, ты постель заправила, да? Ой, умница, еще одна помощница. Ой, моя золотая девочка. Неправильно заправила. Алина и Ангелина это разные имена. Ну, конечно. Ну, Ангелина это Геля. Ну, Ангеля, да. А Алина да. Это Алина. Угу. Буся, ты пистаешь? Куртку не порвала. Не порвала? Ну. Мы вот тут тягала. Мы с Сашей идем за детьми. Она взяла с собой свою денежку. Мы зайдем в магазин. Да? Да. Угу. Которая? Что это такое вы тут делаете? Прокачка. Мам, потом... Ты это потом... пап сам сварил, да, детали? Да, сегодня. Это где ты так? Все, можно опускать, поднимать. Ничего себе вы. Все. Папа. Крутой ты, папка, прям соображаешь. Все. Это что, амортизаторы на передние колеса? Это стойка. А, это стойка? Ты амортизатор уже поменял? Где он еще? Вот. Так, осталось подтянуть. Вторую уже делаешь? Первую. Первую? Первую я только сварил. Молодец. Эту держи, что Алишенька. Капюшон хоть надень. Мне жарко. Ну ветер какой холодный, потому что болеть будут. Бусенька, укуси ее, укуси. Сожри ее, Буся. Да, Бусенька? Ты тебя не буду жрать? Пошли мы. Саша за детьми сходим.
Я... Закрывай, закрывай. Да она может и тут вылезть. Но она не вылазит. Так, ничего нету. Она не полезет. Газету не выписывай. Мама, она выглядывает. Она хочет за нами. Сиди там, вылазит. Ой-ой-ой, нет, с нами не пойдешь. Пойдем, Саша, бегом, пойдем. Значит, скулит аж с нами хочет. Саша, идем. Она говорит, карготки забыли. Вместо колготок путается. Вместо глаголя. Вместо ла. Но. И вот еще многие пишут, что Саша говорит непонятно. Как вот ее учить говорить внятно, я не знаю. Да, она так же, как и я, глотает окончание. Ну, читает вот лучше Женьки. И она всегда с удовольствием читает, но говорит плохо. Вот Женька у нас не любит читать, однако словарный запас очень хороший. Не знаю, от чего это зависит. Здравствуйте. Поэтому, может быть, научится со временем в школе. Но читает Саша много. Без напоминаний. Женю приходится заставлять. Саша сама. Санечка, Сань, смотри, машинка едет. Дети, дети. Зашли в магазин. Кое-как выбрали. Кое-как. И то выбрали тик-так, чипсы и пожевачки. Да? Саша сегодня щедрая. Всех угостила. Ага. Вот у нас можно было бы уже в кроссовках ходить, девчонкам. В кроссовках. Ну, а как походишь у нас вон туда, вон там, вон идти немножко дальше. Там не пройдешь, там вообще сыро. Лужи и грязь. Так Настя уже ходит. Какая Настя? Клоп. В кроссовках? Ну, так они, может, не живут там, где грязь. А мы вон живем, у нас там они прям грязь. Они грязь живут. И как, и мама таскает, что ли? Там, дайте так. Нет. Они по чистой дороге ходят, у них не все, у них вот так же, как у нас. Открой. Сегодня у нас суп вчерашний гороховый. Одну. Пюре картофельное я сделала, котлеты рыбные остались. Я еще мясо достала. Просто мясо пожарю на вечер папе. То, что он работает целый день на улице. Как бы кормить надо. Да еще хочу это все, что у меня есть в морозилке, уже израсходовать. Хочу помыть, пока не совсем лето. Что можно немножко подержать на улице, пока морозилка разморозится. И помыть. Ну и так хватит, конечно. Давай. Нет, выкидывать нельзя. Ты там что? Тату. Во-первых, там тату, во-вторых, нельзя мусорить. Пойдемте, пойдем. Все, пойдем. Я у тебя зеленый лук. Карман положите. Да. Карман положи. Выкидывать можно. Не надо выкидывать, карман положите, дома выбросите мусорку. А я буду дома. Дома. Ходи, пожалуйста, где сухо, ладно? Ага. Мама. Успокойся, Саша. По 3 штучки. Я одну взяла. Ага, я тебе уже 3 штучки. Домой? Домой? Угу. Тетя тут. Мам, Женя кинула. Она упала сама. Как некультурно. Ой-ой-ой. Она упала сама. Вот у каждого упала, и потом грязно, как ужасно. Нельзя мусорить. Да не говори. Вот Буся одели ошейник, все равно чешется. Ей, наверное, надо еще капли купить, отец. А пап, да? Чуть не помогает нисколько. Ничего не помогает, да? Ну. У папки масло течет. Машина.
Вот. Папа такая экономия, что он все сам ремонтирует. А так вот отдай в ремонт, это вообще как дорого все. Ничего, да. Просто стоят, ничего, да. Угу. Капает там с крыши. Вот нам две машины дров хватает. Еще осталось немножко. Помочь? Да, сейчас. Пап, где шапка твоя? Вот наш горка так и стоит тут. Ее надо будет летом отмыть, детям поставить. На. Домой газету занести, купила газету, новости тут детские почитать. Девчонки ужинают, погуляли немножко на улице. Ох, волосики торчат. Так нельзя есть, да. Я сейчас Томочку буду кормить. Мам, сосисенка горячая. Ну, потому что я ее в микроволновке... Ну, не варила, а так в микроволновке. Знаете, как я называю колбасу? Только говорит, это колбаска, а я называю... Говорю, правильное питание сосисенка. Вот так держат ляли. Ну, так не надо держать, так только ляли держат. А ты же уже большая девочка. Ну все, приятного аппетита. Спасибо. Заходи мне салат. Сейчас. Что ты играешь, Саш? Вот Санечка, сядь ровненько, пожалуйста. Тогда же тихо. Это Тома, у мамы руки мокрые, я посуду мыла. Никому не разрешают, все мама должна. Миша, мама. Вот умница, сама села на горшок. Умница, мама не может. Мама посуду мыла. Все, все, сейчас я помою. А кот умывается, каких-то гостей намывает откуда-то оттуда. А доска мне лапу. Так, опусти футболку. Смотри, пузо видно. Смешное. Помыла я посуду. Нажарила я папе мясо. Поменял он полностью стойки на машине. На вот пружины задние еще поменять. Угу, пружины задние поменять. Ну все, я пошла очередную порцию постельного белья повешу тогда, да? Алина в баню собирается. Придет с бани, мы пойдем. Ой, у нас темно кругом. Я не вешала, потому что там Вася ходит туда-сюда, замарает мне. Вот сейчас пойду повешу. Я вчера постельную меняли, думаю, у Томочки маленькое одеяло. И всегда розовенькое вот такое. Хочу сказать, у нас их два. Два комплекта постельного белья Женина и Сашина. Вообще у меня было четыре комплекта. Два розовеньких, вот таких, только разные. Вот тут вот с лялечками, да? А у меня есть еще с тортиками. Вот такими лялечками. Это наизнанку вывернуто, я уже вывернула, чтобы на улицу повесить. А еще было зелененькое и голубое. Ну, это я Ларисе отдала. У Ларисы мальчик родился и отдала. Вот сейчас пойду повешу на улицу постельную. Все, у меня все постирано сегодня. Завтра, если только одежду какую постирать, и все. Ну вот. Сейчас папа поест. Саша, ты будешь... Ты красивая девочка. Вон Тома как придумала игру какую. А? Иди сюда, кашку кушать, иди. Вкусная зубная паста? Угу. Да, Людмила прислала, вот они чистят. Они решили сначала одну пасту закончить, потом другую. Сань, ты бы ее поставил туда? Смотри, ты, это, давай я сама уберу, дочь. Не надо, ты так убьешься. Они вон подписали. Вот, Женина, а там Сашина. А моя не написана. А ты что, стерла уже? Я же подписала. Так, все, кушай, кушай. Смотрите, как я раскрашивать начала. Ну. Такими толстыми фломастерами и начала так красиво раскрашивать. Ага, молодец. Так я не знаю, вот так раскрашивать надо? Или вот так вот? Вот так вот.
Так надо? Как? Это картинка, чтобы раскрашивать по ним. А это мне принцессу раскрашивать надо. Надо тут вылезать. Так это же, вот смотри, один. Надо тут вылезать клей, добавить и наклеить. Правильно Саша говорит. Вот. Вот она, эта картинка. Вот. Вот волосы ее какие. Тома, так, доедай, мы сейчас тоже будем зубки чистить. Доедай. Или мама покормит? Сама? Ну все, сама. Смотрите, я научилась толстыми, по-настоящему фломастерами раскрашивать. Так, потому что они очень дорогие и очень хорошие. Это кто видишь, нам как купил? Красиво. Это нам Людмила прислала с Украины, где наша бабушка живет. Я обвожу сперва, а потом рисую. Молодец, молодец. Ну что, доченьки, давайте скажем всем спокойной ночи. До свидания. Да, до свидания. Сейчас Тома тоже докушает, тоже будет лапки чистить. Том, не палуйся, доченька.